Говорю, так работают корпорации типа Microsoft. Я даже недавно прям вот общался, как у них это построено. Они физически реально выделяют, ну, такой, я считаю, это немного обманный формат, как с акциями, что, как они делают. Тебе говорят, ты год проработал, у тебя 3 акции, но ты их сможешь забрать только через год. То есть каждый год тебе приплюсовываются акции, и каждый год у тебя эти акции автоматом тебе переходят. То есть типа твои 3 акции, но ты их сможешь забрать только через год. По итогам там второго года тебе еще добавляют 4, а те 3 ты уже можешь или продать, или ими распоряжаться полностью.